Всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Зайка. И сегодня, я думаю, как вы поняли, распаковка LPS. Сегодня мне пришли две посылки с разных сайтов. Вот эта посылка с сайта eBay. И, кстати, ее раскрыли на почте. Я не знаю, все ли там будет. А эта посылка с AliExpress. Давайте сначала распакуем посылку с eBay. Потому что она уже открыта, вот сейчас вам покажу. Вот видите, то есть ее тут открыли, тут дырка вот уже. И там видно, что за пэт, но только мне, вам не видно. Так что я еще сейчас открою. Юлю я поставлю вот сюда. Открою эту посылку. И тут джифт, это подарок, и там стоит галочка. Вот, я сейчас достану. Достаю. Кто не хочет доставаться. Больше посылки ничего нету. Она очень хорошо упакована. И я не знаю почему, но джифт как-то ничего не означает, потому что на стоячке ничего нету. Точнее, на полустоячке ничего нету. И я очень недоволен. Она очень прекрасная. И вот она. Вот такую вот полустоячку я заказал. У нее блестки. Вот тут вот. Такие вот, сейчас я нахожусь на даче, она без магнита, 2007 года, и сразу хочу вам сказать, с нее блестки очень хорошо сыпятся, то есть, сейчас, смотрите, вот я сейчас провел один раз, и у меня уже весь палец в блестках, вот, можете, как вы можете заметить, но с моих других пэтов блестки так сильно не сыпятся, только вот с этой полустоячки. Но блесток у нее много, я буду оберегать ее, стараться делать так, чтобы блестки с ней не осыпались полностью, потому что так она будет некрасиво выглядеть, и у нее уже вот тут вот, как вы могли заметить, блесток меньше осталось, но все равно их много, и я очень доволен этой косточкой, но голова у нее шарнирит нормально, в принципе, да. Но если ее сверху брать, то она чуть-чуть с телом. И у меня тут уже весь стол в блестках ее, и этим я недоволен в этой кошечке. Я не знаю, почему у нее так сильно блестки сыпятся, она грязная вот тут вот, как вы могли заметить. Вот у нее тут грязь, и вот что стало с моим столом после того, как я ее потрогал. С нее просто блестки сыпятся горой. Вот, видите, как у нее, то есть, получается, сверху блестки осыпались. Вот это вот большой минус. Но если бы я заказывала ее с AliExpress, я думаю, там бы вообще она без блесток бы ко мне приехала. Следующая посылка с AliExpress. С AliExpress я больше стараюсь заказывать таких пэтов, в которых нету блесток, и чтобы они были больше, так, в хорошем состоянии. Так, я тут открыл уже руками. Тут должна лежать лиса. Да, она тут лежит. Так, тут больше ничего нету. Да, и ко мне приехала эта моя лиса. Я тоже ее очень долго хотел. Вот такая вот лисичка приехала ко мне. Голова у нее тоже шарнирует не очень хорошо. Прям как у той лисы. Но в принципе, она очень красивая. И это у меня мальчик. Да, и он мне очень сильно... Ой, почему мальчик? Девочка, что я говорю? Это у меня девочка, я очень сильно давно ее хотел. Знак LPS у нее тут. Она 2007 года. Тут у нее какое-то пятно. Сейчас посмотрю, оттирается оно или нет. Это пятно у нее не оттирается, и это минус. Вот, то есть оно тут осталось. Чуть-чуть, вот оно. На LPS у нее на лапке, она без магнита, 2007 года. У нее, не знаю, какой шарнир, но вот такой вот. Вот такая вот милая лиса. Теперь у меня есть коллекция, это моя вторая лиса, я тоже заказывала ее с AliExpress, и первую лису тоже. Они очень хорошие пэты, мне не нравятся, то есть и вот эта вот лиса... И вот это вот полустоячка. Но, как я говорила, у полустоячки очень сильно осыпаются блестки. Именно вот у моей.
И не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас у полустоячки вот такой же вот осыпаются глазки или нет. Пожалуйста, напишите, просто мне интересно узнать, потому что я не хочу, чтобы они осыпались. И напишите еще, как это можно исправить. И на этом все. Вот такие два пэта теперь у меня появились в моей коллекции. Вот этот вот пэт в моей коллекции 2003, ой, 2005, а это 2006. Осталось мне получить еще две посылки, и потом посмотрим уже, что там будет. Точнее, осталось две посылки не получить, и будет две последние распаковки. Итак, большое вам спасибо за просмотр, за подписки и лайки, и до новых встреч! Всем пока-пока! Желаю вам удачного дня! Надо тебе все исправить. Так, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Познакомим вас со студией. Чё ты стоишь как вкопанная? Пойдем. Ой, опять валяешься, ну ладно. Пойдем, пойдем. Большое спасибо вам всем за зайчатки. До новых встреч, мои зайчатки. Пока-пока. Желаю вам удачного дня.